должна быть хотя бы мама и папа. Хотя бы уж. Ну и брать, и сестра, чтобы была. Я бы сначала потом познакомиться со всеми. Там, ну вот когда будет мама, как папа, вот как, например, если было бы брат или сестра, как сестру зовут, или как брата зовут. На мой взгляд, семья должна быть, должна понимать меня. Сегодня дети, завтра народ, сказал один мудрый человек. Часто ли мы задумываемся об этом? И задумываемся ли мы о том, какой народ выйдет из стен детского дома? Чей он будет, этот народ? Институциональная система, она неестественна для ребенка. Для ребенка, естественно, семья, даже неблагополучная. И то лучше, чем детский дом. Вообще, чем меньше ребенок находился в детском доме, тем лучше. С какими кризисами сталкивается приемная семья? Как показала практика, они неизбежно возникают у каждого усыновителя или попечителя. Чтобы такая семья состоялась, одного благого желания мало. Сегодня по всей области действуют школы приемных родителей. Родители, прежде чем взять ребенка, они, конечно, должны быть подготовлены. Насколько готов родитель, настолько будет успешная семья. Наша задача, как служит сопровождение, максимально подготовить ребенка к принятию семьи. То есть для этого проводятся у нас в области школы приемных родителей, практически уже повсеместно, к счастью. Сегодня в детских домах разработаны программы по семейному воспитанию, по профориентации, но прежде всего детям прививают бытовые навыки, как в семье, все, что может пригодиться в будущем. Ребенка готовят не только к взрослой жизни, но и к возможному обретению новой семьи. Я считаю, в первую очередь, даже независимо, пойдут они в завещающую, не пойдут в семью, все равно, в первую очередь, для человека основные качества – это самостоятельность и ответственность. За последние 3 года в Архангельской области новые семьи обрели более 2700 юных северян. Это в 2 раза больше, чем осталось на сегодня в детских домах, интернатах и приютах Поморья. Верится, что духовный потенциал жителей нашего края далеко не исчерпан.